Получилось. Не получилось. А я вам задам. Простой вопрос. Кто будет готовить следующее заседание или собрание конституционной комиссии? Выступайте в дебат. Нет поручения. Давайте поручение. Предлагайте. Стоп, можно? Можно? Ко всем просьбам. Ребята, это называется, если бы я был такой умный док, как моя Сара Пост. Господа, давайте так, кто считает, что его предложение достаточно интересно для рассмотрения, подготовит его на бумаге. Давайте сейчас договоримся, на этом этапе неподготовленные, не сформулированные предложения не рассматриваем, потому что иначе бардак не закончится. Это первое. Второе, это не было повестки дня, я не думал, что это есть на этом уровне. На этот момент, ну где-то 80% проблемы заключается в том, что элементарно мы не можем договориться о средствах и методах коммуникации. Надо элементарно организовать, ну хотя бы группу в Фейсбуке, хотя бы договориться о его модераторе. Сайт надо писать, сейчас станет проблема, если тут человек, который написывает, Фейсбук. Мы можем договориться о том, что Фейсбук зашел и организовал. Достаточный Фейсбук. Отмодерировал. Достаточно будет сказать того, что надо написать анкету, и кто-то должен быть модерировать, он не должен организовывать. Взял на себя человек организацию. Все, 30 секунд. Давайте дальше можно идти кто о том, на себя чтобы это берет? Коммуницировать. Пусть поднимет руку. Господа, вы все предлагаете в кто на себя берет? Не сайты группы. Все, давайте есть поручение, то и заканчиваем. Так, секундочку. Кто берет секундочку. Ну, давайте не все сразу. Поднимите руку, я каждому представлю слово. Мы уже практически высказались по этому вопросу. Леонид Исакович, вы еще что-то хотите добавить? Кто еще хочет? Давайте примем решение. Три человека. После этого прекращаем, подводим черту. У меня есть конкретное предложение. Значит, я делаю у себя на сайте Десандели. Я делаю категорию иллюстрации. И готов вешать все материалы, которые будут присланы на сайт. Без проблем. Завтрашнего дня сделаем. Адрес. Все. Adres.daily.com.ua. И страничку в Фейсбуке. Страничку в Фейсбуке сделаем. Фейсбук это для знакомства. А для материалов треба сайт. Значит, на сайте вам будет вешать раздел иллюстрация. Тільки виклали матеріал, особу повідомили, читай, знайомся, думай, захищайся або відтікай. Значить, ви висилаєте на адрес pdboss@mail.ru, висилаєте матеріали, які у вас є. Подойдут тебе и скажут, ну это... И мы эти матеріали вешаем на сайт. Подождите, я русскую мою скажу. Секунду.